Кочували даже при бомбежке, ховались, когда была сирена. Немножко, когда утихало все это, выходили и опять работали, заметали, убирали. Как обычно, работа наша. Но было, конечно, тяжело, когда бомбили очень сильно. Было страшно, конечно, когда я мыла контейнера, а как раз бомбежка началась, вот это, начали стрелять. И оттуда, и оттуда. Это вообще такой был стресс. Это нельзя было передать. Ой, осколки летали, ничего, все нормально, работали, ой. Когда мы выходили, и уже после бомбежки, когда много стекла было, когда кирпичи валялись, когда это все, конечно, мы работали, убирали это все, вывозили наши хлопцы, наши трактора. Вся бригада выходила, весь ЖЭК. Очень много работали. Надо было все убрать, чтобы было чисто, чтобы было комфортно людям. И, конечно, хотелось, чтобы больше люди были сознательны, платили квартплаты, потому что нам от этого платят. Ну, а так стараемся. Надо, чтобы было чисто, Чернигов, чтобы был чистый. У нас очень хороший город, красивый.